Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я приготовила салат из капусты с морковью и клюквой. Для этого нам понадобится немного свежей капусты, морковь одна штука, немного клюквы, соль и заправить оливковым маслом. Салат получается очень вкусным и нежным. По вкусу, если кто-то хочет, можно добавить уксус. Я добавила яблочный. Вот такой вот шинковкой я зашинковала капусту. Советую приготовить, кто любит капустку с клюквой. Приятного аппетита! Рецепт под видео. Пишите комментарии. Всего вам доброго.